за. Это мне просто пытаться быть кем-то другим. Вот. Как-то странно говорить «до свидания», потому что я не знаю, когда будет следующий раз, когда я с вами заговорю на русском. Но у меня уже в горле пересохло, у меня тут где-то был чай, его теперь нету. Вот. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оставляйте свои комментарии, я очень обещаю, я вам прочитаю и отвечу на сколько я смогу. И да, я вас очень люблю. Пока! Всем привет! Наконец-таки я делаю это видео на русском. Я очень сильно переживала за это видео. Я уже переделывала раз 5, потому что, не знаю, мне что-то не понравилось, как я разговаривала. В общем, я вообще переживаю, что вам это не понравится, но я наконец-таки решила это сделать, потому что я вам обещала.